Пап, ты самый лучший у меня. Если у меня даже цепь слетела на велике, ты меня починишь. Ты всегда мне поможешь. Ты со мной играешь, гуляешь. Ты самый лучший у меня, папа. Хочу похожим быть на папу. Во все хочу, как папа стать. Как он, носить костюм и шляпу. Ходить, смотреть и даже спать. Быть сильным, умным, не лениться. И делать все, как он, на пять. И не забыть еще жениться. И нашу маму в жены взять. Мой папа самый лучший, потому что он юморной. И он умеет меня развеселить. Мой папа самый лучший, потому что он меня любит. Помогает мне. Может суп разогреть. Может футбол со мной поиграть. Он все мой тренер. Только ради меня и Дэнни. Для всей семьи. Может там футбол играть. Может книжку мне читать. Может суп мне разогреть. Может мультик посмотреть. Может поиграть в шашки. Может рисовать машинки. Может собирать картинки. Может даже прокатить меня вместо быстрого коня. Может рыбу он ловить, может на кухню починить. Для меня всегда герой, самый лучший папа мой. Папа самый лучший друг, лучше друга нет вокруг. Если рядом он со мной, мне не страшен час ночной. Только папа защитит от врагов и от обид. Рядом с папиным плечом и обида нипочем. Лучше папы в мире нет, обойди весь белый свет. Если рядом он со мной, мне не страшен зверь лесной. Мой папа самый умный, потому что он умеет чинить холодильники. Мой папа любимый, я с ним работаю, помогаю ему. Я его люблю просто так, и он мой любимый всех. Мой папа самый лучший, потому что он мне помогает делать уроки английского. Он мне помогает учить буквы и слова. Данил, почему твой папа самый лучший? Потому что он очень щедрый. Мой папа самый лучший, потому что он меня очень сильно любит. Папа самый лучший, потому что я его люблю очень. Мы с ним ездим в город, хожу с ним в школу, работаю с ним. Мой папа самый лучший, потому что он МЧС и спасает людей от пожара. Почему твой папа самый лучший? Я его люблю просто. Мой папа самый лучший, потому что он работает на даче и выращивает овощи. И любит меня. Я люблю папу, потому что он покупает шоколадки. Мой папа самый лучший, потому что он чаще всего играет со мной в морской бой и танчики на листе. Мой папа самый лучший, потому что он всегда всем помогает, выручает. Никогда на меня не кричит, а только... Все делаю то, что я хочу. Главное, чтобы было мне лучше. Мой папа самый лучший, потому что он хочет порадовать красивым подарком. Папа, я тебя очень люблю. Я тебя очень люблю. И надеюсь, ты выстрелишь. Ты самый лучший, папа. Мой папа лучший. Я его люблю, потому что он со мной... И играет иногда. И это. Я его люблю. Мой папа самый лучший, потому что он умный и сильный. Мой папа самый лучший, потому что он очень добрый и любит меня. И все покупает, что всех захочет. Мой папа самый лучший, потому что он мне много уделяет времени после работы. Мой папа самый лучший, потому что он спортсмен, и мы с ним занимаемся боксом. Я люблю папу больше всех. Мы с ним играем в разные игры, прятки. Игры такие, прятки, шаталки. Папа считает, а я угадываю цветочек. Мы гуляем с ним еще.
нам с ним весело, и он самый лучший, у него самая лучшая работа, вот. Мой папа лучший, потому что он хорошо работает и хорошо зарабатывает. Мой папа самый лучший, потому что он всегда приносит домой что-нибудь вкусненькое. Умный, строгий, справедливый, добрый, сильный и красивый. Носит он костюм и шляпу. Быть хочу похож на папу. Папа может...